Наш паспортный стол от исполкома города Москвы по Московской области. Вот. Находится в городе Люберцы. Можете записывать адрес. Октябрьский проспект, дом 411. Находится в институте, второй корпус горного бывшего института. 411? Да, дом 411. Ехать метро Лермонтовский проспект, и там на маршрутке до торгового дома Томилина. Найдете. Вот. Еще повторить? Октябрьский проспект. Да, дом 411. Город Люберцы. 4 километра от МКАД. А что там ориентировочно, как вы сказали? Институт? Торговый дом Томилина – это остановка. А метро – Лермонтовский проспект. Вот, не, а здание, скорее, какой-то институт там? Горный институт, второй корпус. Получают все паспорта у меня, и узбеки сейчас, и таджики, все союзных республик, народ приходит и получает паспорта. По паспорту СССР вы граждане Союза Советских Социалистических Республик. Вы возвращаете себе гражданство и прописку. Вы уже не зарегистрированы как в РФ в паспорте, а уже прописаны. Да. Прописка какой будет? А? Прописка. Какая прописка, спрашивается? Ну вы же... ваша прописка. Вы, значит, свидетельство о рождении приносите ксерокопии. Если вы в браке, свидетельство о браке, РФ-паспорт, вот где вы прописаны, еще в МФЦ, я говорю, пойдите, подтвердите, где вы прописаны. Вот, что еще там? Военнообязанные принесите. И ищите номер паспорта, который у вас изъяли. У нас же не так просто изъяли паспорта СССР. Да, за них уплачены большие деньги, чтобы у нас отнять все, что они и сделали. Вот, прошу, приезжайте, пожалуйста, получайте паспорта.